spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлен набор, который может заинтересовать любителей путешествий и выездов на природу. Это сумка для пикника, выпускаемая торговым домом Scout. Аксессуар имеет не только отделение для хранения продуктов, но он также укомплектован посудой и столовыми приборами на 6 персон. Давайте поближе рассмотрим эту модель. Вес такого набора равен неполные 6 килограмм. Сама сумка имеет следующие габариты. Длина 52 сантиметра, высота около 34 и ширина 31 сантиметр. В качестве основного материала при изготовлении применяется современный и прочный полиэстер 600D. Защитить содержимое от случайных ударов призваны жесткие вставки в боковых стенках и сверху. Для переноски представленная модель комплектуется плечевым ремнем шириной 40 мм. Он несъемный, но способен регулироваться по длине. От сползания с плеча предохраняет передвижная вставка с мягким наполнителем. Есть и пара ручек, которые для удобства могут складываться вместе и фиксироваться текстильной застежкой. По бокам расположены вместительные карманы с горизонтальными замками под различную полезную мелочевку. Например, в них можно сложить пачку сахара, чай, кофе или мешки под мусор. Основная часть посуды сложена в большом фронтальном отсеке. Обратите внимание, каждый предмет имеет отдельное место и дополнительную фиксацию, так что во время транспортировки ничего не должно греметь или биться друг от друга. В набор входят пластиковые мелкие тарелки для холодных и горячих блюд диаметром 23 см. Прозрачные бокалы на ножке для прохладительных напитков. Их диаметр составляет 65, а высота 140 мм. Ножи, вилки, чайные и столовые ложки. Дополнительно есть инструмент с коротким прямым лезвием, штопором и открывалкой, а также двухсторонняя соломка под соль и перец и пластиковая разделочная доска размером 150 на 180 мм. Но чтобы красиво оформить ваш отдых на природе, в комплекте предусмотрены тканевые салфетки по количеству персон и одна скатерть. Также есть небольшая тканевая сумка с парой ручек. Подойдет под некоторые виды мусора или для складывания грязной посуды. Расстегнув двухзамковую молнию на крышке, мы попадаем в основной отдел, разбитый на две части съемной перегородкой. В одной половине мы видим пластиковые кружки с ручками для горячих напитков. Их диаметр равен 80, а высота 81 мм. Здесь же зафиксированы два чехла для емкости с напитками. Они дополнительно снабжены изоляционным материалом, а горловина каждого футляра утягивается шнурком с кнопочным стопором. Для хранения продуктов и напитков для вашего пикника предусмотрено изотермическое отделение. Кстати, оно тоже съемное и крепится с помощью текстильных застежек. Так что если что-то и протечет, сумка не будет испачкана и испорчена. Надо лишь вытащить складыш и протереть салфеткой. Но чтобы взять с собой на природу нарезанные салаты или уже готовые блюда, набор комплектуется тремя контейнерами из полупрозрачного пластика. Эти боксы имеют следующие габариты. Длина 22,5 см, ширина 16 и высота 8 см. Сверху они плотно закрыты жесткими крышками. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line. We'll be right back.